Всем огромный-преогромный привет, рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я сейчас хотела бы поговорить с вами об одном достаточно таком серьезном и своего рода тоже интересным какими-то моментами канале. И этот канал называется «Деменция. Живем дальше». И девушка на канале рассказывает, молодая женщина, о том, как она ухаживает за своей мамой, у которой деменция. И знаете, мне иногда кажется, что это просто героизм, потому что это настолько сложно. Я даже себе не представляла, что это так тяжело ухаживать за таким особенным человеком, даже если она и мама. Потому что в таком состоянии, как находится ее мама, очень-очень сложно все. Притом сложно все. Это и приготовить еду так, чтобы мама могла сама кушать, чтобы удобно было ей. Это с ней как-то разговаривать. И вообще подстраиваться под все. Потому что люди, которые имеют такое заболевание, деменция, они непредсказуемые, и они очень сложные. И я даже почитала там комментарии, да, что некоторые даже пишут, что «Ой, там блогер из тебя никакой». Она потом поясняет, что «Да, возможно, блогер и никакой, просто это как дневник моей жизни». Дневник ухода за мамой, и это, возможно, какие-то подсказки для других людей. И, знаете, вот я как-то вот засмотрелась. Конечно, вот мне такие видеоролики вечером лучше не смотреть, потому что я вот за пожилых людей всегда переживаю. И когда я смотрю, у меня постоянно глаза на мокром месте, потому что мне жалко таких людей. И на самом деле это очень сложно, при всем том, что вот мы наблюдали, да, и за бабой Галей, и вот сейчас мы смотрим канал «Делающий добро», и бабу Аню мы видим. И в пожилом возрасте с какими-то отклонениями, я не имею в виду чисто вот деменцию, да, а с такими вот старческими отклонениями, это очень-очень сложно. Как ни крути, кажется... Нет, но на самом деле, когда сталкиваешься с такой проблемой, то понимаешь всю сложность. И поэтому, если вам интересно такой канал посмотреть, поддержать человека, возможно, комментарием, возможно, каким-то дельным советом, чем-то мудрым и даже позитивным, то я оставлю вам ссылку и прикреплю в комментарии эту ссылку, чтобы вы зашли на этот канал. Возможно, если будет желание, подписались на него. И, возможно, подарили свой просмотр, лайк и комментарий. Это не реклама, а просто вот я сама посмотрела этот канал и вот просто решила поделиться с вами. И у меня все. Надеюсь, и мое было видео полезным, и мне также вы подарите лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем добра, любви, понимания, здоровья. Это очень важно. Здоровье и еще раз здоровье. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока.